снег идет, все вокруг чего-то ждет. Под этот снег, под тихий снег, хочу сказать при всех, самый главный человек, и со мной на этот снег, он чист, как то, о чем молчу, о чем сказать хочу. Наконец-то и в нашем ресторанчике на смену лету пришла зима. А зимой чего больше всего хочется? Особенно под Новый год. Груша, похоже, тебе мои рецепты не помогли. Ну что вы, Юрий Александрович, еще как помогли. Теперь у нас груша пьет исключительно шампанское. Снег идет, снег идет, и все мерцает и плывет. За то, что ты в моей судьбе, спасибо, снег тебе. А вам спасибо за все нежные и добрые слова, которые есть в ваших письмах. Благодаря этим словам у нас здесь такое ласковое биополе. А какие флюиды идут от наших гостей, особенно от гостей. Вот этой энергией мы и хотим сегодня зарядить вас, чтобы в наступающем новом году у вас была светлая и добрая аура. Ну что, вы узнали всех гостей нашего ресторанчика? Да-да. Именно их рецептами вы пользовались в этом году. И я очень надеюсь, получали от этого удовольствие. И при этом остались живы и здоровы, то за это надо выпить, тем более под такой закусон. Нет, вы не подумайте, что это мы с Грушей приготовили. Но мы на ваших глазах все это продегустируем. Тем более это безопасно, потому что изобрели это прецеденты в нашу книгу рецептов «Вкуса к жизни». Наконец-то я добился своего, и в нашей книге появляется новый раздел для гурманов. Нет, начнем не с этого. Начнем с чего-нибудь попроще. Ну, например, вот с такого блюда. Надеюсь, на вашем новогоднем столе оно тоже будет. Признавайтесь, кто это приготовил? Это чье? Мое! О, Валентина Михайловна! Валентина Михайловна Травинка, автор вот этого блюда. Вы узнали Валентину Михайловну? Это она учила нас с вами защищаться от порчи из глаза. Все, что здесь приготовлено, без хлеба не идет. Обязательно нужно хлеб. Вот особенно груша, он же любит выпить, да? А закусывать любит, не хочет. Если любит. Он возьмет кусочек хлеба, посыпет его солью, возбенит и поест, то все. Во-первых, не будет пьяным, а во-вторых, будет иметь радость. А выпить-то перед этим можно, Валентина вот, Михайловна? А перед... Так тихо, давайте перед выпьем. Перед этим вот что нужно делать. Дай-ка кусочек, я тебе скажу, что... Вот так делаешь кусочек. Раз, 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 раз. Как люди раньше делали. Перекрестить надо. Так, еще раз, посмотрите. Да. Значит, как? Взяли кусочек хлеба, даже к новогоднему столу, посолили и... Перекрестили. Перекрестили. Да, и тогда только... И идите. Только после этого делается кусочек. Да, тогда нет, это будет только полезно. После этого выпиваете, а потом уже закусываете. Да. Приятного Михайловна. Вам аппетита. Браво, Валентина Михайловна. Томочка, а не попробовать ли нам продегустировать что-нибудь более существенное? Вот, например, этот салатик. С удовольствием. А это чье? О, наша. Это наша. Идите к нам сюда. А, это Юрий Александрович Соколов. Вы узнали? Это его блюдо. Это вам, Людмила. А как называется это блюдо? Это называется приворотный салат. Ваш рецепт? Мой рецепт. Это изюм, морковка. Вкусно. И сок... Апельсина. Апельсина. Выжатый прямо вот сюда. Везем его. Салат солнца. Больше ничего. Салат солнца. Без сахара, без соли. Потрясающе вкусно. Колоссальная энергия в этом салате. Вот это солнечная энергия. Попробуйте сделать завтра же.
Ну, не знаю, как у вас проходит новогодний ужин, а у нас опять новое блюдо. Сначала узнаю, чье оно, а потом... Кто это сделал? Кто, признавайтесь? Кто это сделал? Погодите сюда. Вы узнали? Вы узнали? Юрий Андреевич Андреев со своей супругой. Юрий Андреевич – автор знаменитых пясточек. Юрий Андреевич, вы знаете, что ваши пясточки массируют сейчас в метро, в автобусах, в трамваях, дома? Правда, многие спрашивают в письмах, где они все-таки находятся, да. Юрий. Покажите еще раз все-таки, где? Где же эти пясточки? Где их нужно массировать? Когда меня спрашивают, я на всякий случай покажу всю вот эту область. Ромочка, вниз от указательного пальца. Знаешь, от указательного, да, к большому. Так? И потерла. И тут, и тут. И все. Юрий Андреевич, а ваша жена приятнее массирует мне пясточку, чем вы. Леночка, можно еще? Можно. Юрий Андреевич, я восхищаюсь тем, что у вас там приготовлено. Я уже там подсмотрела одну какую-то вкусную штуку. Вот я ее сейчас выловлю и попробую, что это за блюдо и каков рецепт. Это уже Леночка. Леночка. Это прекрасное блюдо. Называется оно «Вечная молодость». Тогда ем это сама. «Вечная молодость». Рецепт очень простой. Берется крупа, пшеная, пшеничка, рис. А туда можно положить урюк и изюм. И все это вместе варится. А, это вот как раз то, что я сейчас и выловила. Да. Но тебе вечной молодости не нужно. А мы с вами будем есть урюк и изюм. И оставаться всегда вечно молодыми. А мы будем всегда вечно веселыми. Маска, я вас знаю. А я и не скрываюсь, между прочим. Ну тогда давай выпьем. Грушенька, ну я же просила тебя хотя бы в новогодний вечер без этих глупостей. Я глупостей тебе не предлагаю. Я предлагаю выпить вина, красного вина, которое принесла сама Людочка Сенчина. Людочка Сенчина? Нет, здесь что-то такое не то. А почему не то? Я считаю, если у тебя такая борьба со всеми искушениями, вот всегда я почему принесла вот эти три яблочка еще, вот нужно искать, чтобы росли они втроем вместе, вот эта борьба со всеми искушениями на свете. Съедаешь одно яблочко и говоришь, ну, для меня это вера, надежда и любовь, олицетворение веры, надежды и любви. Для тебя это борьба с искушениями с какими-то. Ну, какой-то символизм такой легкий, ну, пускай, простительно мне. А вино я делаю, лепестки там шиповника, розы, плоды шиповника, плоды каких-то там я ищу, ну разные, брусника и виноград. Все это вместе с яблочным соком немножко бродит, и получается, по-моему, очень, очень красиво вино. Тебе нравится? Ну, попробуй. Ты будешь претендовать в нашу книгу в новом году? Я думаю, что да, потому что у меня для вас... огромнейший, совершенно огромнейший сюрприз. И я сегодня, к сожалению, не могу его раскрыть. Вот у меня колечко на руке такое приворотное есть. И я хочу всем женщинам, я не интригую никого, это на самом деле так и есть. У меня есть один маленький секрет. Главное ведь верить в то, что себе сам придумываешь. А мы узнаем вот, ваш маленький секрет, Любочка? Сегодня, ну, может быть, я сейчас попробую намекнуть в той песне, которую я спою. Ясные, вешние, а еще по
раскаешься, легко и просто ты раскаешься. Блюдо может быть вот в этой коробочке. Ну, я не знаю, что за блюдо, но уверена, что это подарок для меня. И знаешь, от кого? От Володи Бухиника, потому что Володя рекомендовал мне носить исключительно розовый цвет. Так, правда? Добрый вечер. Я рад в эту новогоднюю ночь подарить вам этот маленький подарок. Но только перед этим я расскажу маленькую-маленькую историю. Это древняя индийская легенда. А я могу уже научиться выражать? Ну, можно посмотреть, что там внутри. А мне тоже возможно? Это мне подарочек. А я посмотрю. Да. Эта древняя индийская легенда гласит о том, что вы можете написать письмо своему возлюбленному или возлюбленной. Только не просто написать на листочке, а на лепесточках розы. И вот отправить это письмецо в конверте отдельно по лепестку. Я думаю, что это уже похоже на рецепт поэта, а не дизайнера. Ой! И вот если она вас понимает, то она сложит эти лепесточки так, как вы задумали. А если не понимает, тогда значит не судьба. Она их съест. Или положит в бокал шампанского. Или в бокал шампанским и выпьет такой новогодний коктейль. И что, и с этим пить, да? Да. Это будет очень вкусно. Это придаст немножко аромата Индии. А нам тоже можно попробовать, да? Вкусно, вы поняли? Это новый коктейль по рецепту Владимира Бухиника. Рекомендую. Вот видите, какой у нас сегодня получился стол. Ни конца, ни края. Нет, у него как раз есть край, и на самом краю у нас самое интересное. Там и выпивка, и закуска от Амалии Лазаревны Соколиной. Амалия Лазаревна, вы помните? Вы помните? Амалию Лазаревну Соколину, чей рецепт, как стать на 20 лет моложе, произвел впечатление абсолютно на всех наших зрителей. Да, большое спасибо. Ну, начнем с вина, да? Замечательно. Ну, все знают, что можно вино сделать в домашних условиях из черной рябины. Но как приятно, как радостно, когда эта черная рябина не в своем огороде, не в своем, а где-то у соседей, из чужого сада. Вот эта рябина была из чужого сада. А ну у что меня получилось? Есть и своя, Малила Андреевна. Да. Из чужого сада. Прекрасно. Так вы чувствуете, то Миша уже стал на меня поглядывать. Уже поглядывать на меня больше, чем на Тамару. Это напиток, который может приворожить любого мужчину, который мне понравится. А я вам нравлюсь, Амалия Владимировна? Очень, тогда Миша, идемте танцевать. Ну, потом. Боще пел соловушка где-то вдали, да-да-да, песенку о верности и о любви. С чарами не справишься, где ты будешь мой-мой. Ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. С чарами не справишься, где ты будешь мой-мой. Ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Ваша рука. Нет, пожалуй, даже я теперь скажу.
Хорошо бы выпить. Ну, раз пошла такая пьянка, тогда выпьем водки. Я думаю, что это от самого Фернандо. Совершенно верно. Вы узнали, это же Фернандо, он же Николай Буров. Фернандо, ваша Мануэлла так вас ждет. Так как мы живем в северном климате, водка – это, на мой взгляд, наилучший напиток, который стоило бы пить здесь. Но для того, чтобы пить и не повредить, нужно пить немного и хорошей водки. Как узнать, хорошая водка или нет? Нужен анализатор. Лучше всего в следующем году использовать биологический анализатор. Очень трудно это узнать, если на троих одна рюмка. Показываю. Если здесь плохая водка, этот биологический анализатор не будет пить с отвращением. Если водка хорошая, он не будет пить без отвращения. Понятно? Биологический анализатор на следующий год. Она живая? Живая. Пока да. Биологический анализатор 2. Живая. А теперь попробуем с закуской по моему рецепту. Это... Что, закусывать мышью под лимоном? Нет, зачем? Это биологический анализатор для определения качества водки. А теперь, собственно, закуска. Соль и лимон. Mm-hmm. Это придумал не я, но придумано очень-очень умно. Сейчас попробуйте. Водка хорошая. Будьте здоровы, с Новым годом, с Новым годом. И соленым лимончиком. Какой-то странный рецепт. Вы пьете водку, а ваша мышь что мне сделала на руке? А? Издержки. Ну, для того, чтобы в баре было спокойно и чисто, и чтобы у вас водился сыр, я для бара специально вам подарю вот эту мышку. На весь следующий год. Нет, я право не знаю, какая из них симпатичнее. Ну и тогда анекдот. На весь следующий год, опять же, мышиной. Человеку скучно пить одному. Он приходит в зоологический магазин и спрашивает, у вас что-нибудь оригинальное есть? Да, есть говорящая мышь. Спасибо, дайте. Приносит домой, сажает ее, наливает себе рюмку водки. Ну? Пи. Ну? Пи. Ну что ты все пи да пи? А что ты все ну да ну? Ну, я думаю, после такого рецепта самое время переходить к десерту. Что у нас на десерт? Я думаю, осталось... что вот этот грейпфрут. Так, чей десерт? Чей десерт? Чей десерт? Чей десерт? Чей десерт? О, боже мой. Это мой десерт. Я это понял сразу. Танюша Абрамова. Вы узнали ее? Это она была у нас с рецептом «Как полюбить себя». Танюша, так что это за десерт? Скажи нам, можно открыть? Нет, пока нельзя, извините, извините. Это великолепный десерт. Он абсолютно, естественно, не калорийный, но название у него очень калорийное. Оно связано с уходящим годом. Этот десерт называется «Свинья в апельсине». Следующий год совершенно другой рецепт. Я приготовила фруктовый салат. И хорошенькая, и певица, и готовит. Но как мне повезло. Это салат с сюрпризом, и ты сейчас в этом убедишься. Она очаровательна. Светит станет, если
ножками. Году. И надеемся, что 96-й станет годом вашего вкуса к жизни. С Новым годом! Даже.